а как ими пользуются. Юзерлов, вы задаете очень актуальный вопрос. Ими имеется в виду коллагеновые нити для подтяжки лица. Всем здравствуйте, хэммэнгдэ салам. Юзерлов сорох верья, катгову сорох верья. Шу нитка наборлары нэдэп улланмоли. Кім білмеян олса, шул егірді долларып берян, егірді чектіріп берян ниткалы наборлар. Вначале, знаете бы, что хотелось сказать? Когда я вначале начал их продавать, у меня все спрашивали, какая от них польза. Но я никого не обманывал, я говорил правду, что я только начал продавать, отзывов нету. Вот уже больше месяца продаю, слава Аллаху, отзывы пошли и отзывы хорошие. И даже взрослые люди, которым за 60, уже хотят покупать вторую коробку. Да, ребята, одной коробкой можно не обойтись. Ну, теперь, как ими пользоваться? Значит, смотрите, есть два набора. Маленький набор, 5 сывороток и 12 ниток, 400 манат. Второй набор, сыворотка, 90 ниток и молочко, 800 манат. Да, разница всего в два раза дороже, но ниток больше в 7,5 раз. Обратите на это внимание. Вот этих наборов осталось всего 2 штуки. Но, если честно, для переживания нет причин, потому что самое выгодное – это вот этот вот набор. Теперь как нужно пользоваться? Вначале заливаете сывороткой ту область, где у вас морщинки. Лоб, вокруг глаз. Шунирда егртпа волса или кавлен гоуды псула яна сыворотка вулен. Потом начинаете одну за другой накладывать нитки. То есть вы именно закладываете по линии морщинок. Если вдруг нитка длинная, чистые ножнички берете, отрезаете и на следующую морщинку. Потом заливаете молочком. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Что нужно запомнить? Ни в коем случае, чтобы в баночку жидкость или какая-нибудь вода, даже капелька воды, чтобы не проникала. Коллаген очень чувствительная вещь. Если сюда попадет жидкость, они прихватятся, и все будет на смарку. Нужно будет баночку выкидывать. Шун ичине су салрайма. Поэтому либо пинцетом, либо сухими руками вытаскиваете одну за другой, но чтобы сюда влага не попадала, сразу предупреждаю. И от меня вам совет, лучше процедуру делайте на ночь. Положили, все, нитки сделали, лицо хорошо залили, ложите спать. Коллаген впитывается в кожу, а нитка сама по себе спадает. На следующий день ночью смотрите на себя в зеркало. Если морщинка полностью не залилась, то вот так вот день за днем накладывайте, накладывайте, пока ваше личико не станет ровным. Еще раз, маленький набор 400, большой набор 800 манат.